Нет, никого. О, нам сигналит. Пропусти петушков. Налево, налево. А, да, да, да. Ага, да. Ну, продолжить уже не, ну просто. Куда налево двигаться? Ну тут просто был перекресток, ты всегда спрашивал. А, ты точно не можешь высунуть голову? Да, здесь следующий перекресток. Сейчас, направо. Подожди, сложный перекресток. Направо. Нет, она не высовывается. Ну, если она высовывается, как всегда, по этим, ну, встать вещи, то нет, не работает. И ничего не поменяли в эйсах. Так, что в поле? Так, пока езжай. Теперь, да, теперь строго север. Хорошо. О, отлично. Кто-то разбился. А, через лес, что ли, пилить? Да. Ну там маленький совсем. Только берег. Ага, танк я раздавил. Лазер. Ну нечего кататься на лазере. Слева бежаем, да, здесь. Север тоже, да. Так, сейчас направо, по дороге направо. Дороги не вижу пока. Ну, еще правее. Ой, я. Там справа. Направо. Дороги. Мне показалось, что-то такое на СПГ похожее. Это БМП. Налево. Все время прям по дороге до полковника, как это странно, поехали. Вон впереди кто-то. Да, я вижу. Сейчас пока наш путь вообще не оптимальный, надо будет сейчас слева выжать эту всю комнату народа. Тихоу.
левее чуть-чуть. Принял вас. Тушка, мы подъезжаем. Полминуты будем. Тормози, 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 тормози. Тормози, выходи. Занимай позицию. Телевизор чисто. Я здесь еще не смотрю. Опа. А, ну это, наверное, ну помнишь, там же на 70. Там видны. Да, на 70 кусочки. Ага, вижу танки. Двигается в наш на 10. Порядочное движение. Я не знаю, куда они двигаются. Туда-сюда. На 10 принял. Мимо. Они, это не походу по ним стреляют, да? Попал. Да, это не ты стреляешь? Нет. На одного подбил. Два осталось. Сместился на 0, даже дальше, на 350 уехал. Второй, по-моему, еще стоит на 10. Перевиден за деревьями. А, выезжает, выезжает. Я видел на 5 один танк ушел. И я его потерял в деревьях. На 5 он, по-моему, еще стоит. Один ушел на 350 туда, короче. 340 в ту сторону. Ну да, это... Добивает подбитого, а там еще... А, вот уходит второй. Все, второй уходит уже. Тоже. Куда? Налево. Ну, на 340, 330 так. Мелька... А, блин. Короче, меня на 0 только что мелькал, но он уже уходит за склон. Charlie to Sierra, over. This is Sierra, we got contact at our position 2-3-1-0. Около подбитого крил. One maybe hit, over. Стоит. Enemy is hit, over. 12 примерно от меня. Yeah, one enemy hit. Разведка 2, one прием. One possible hit, over. Разведка 2, прием. Подвиньтесь более на север. Подвиньтесь более на север. Мы повредили два вражеских танка, один вынесли. Они отступили на север на 340 градусов. Продвиньтесь дальше на север, северо-запад, чтобы мы имели глаза там. Котик, давай на север выходи. И попытайся найти мне этих людей, которые там на 340-350 ушли. Ну это далеко придется, метров 700 идти. Ну пока к Бэхе просто подойди. Садиться? Нет, смотри отсюда.
на 0, 2 градуса примерно, виден тепловой контакт, еле-еле, двигается медленно очень, за кустами. Принял, как далеко? Да вот примерно там, куда они уходили, не знаю, километр, может полтора. Ровно 0, да? Вот, появляется, выходит на открытую местность. Блять, не вижу. 5 примерно, 5 градусов. Блин, потерял. Я тоже не вижу уже. Принял, юг от пустошки, в зеленке там. Ага, вот он снова появляется уже на 7. Ты, наверное, не будешь видеть его. Я даже вижу, как такие точки маленькие. Я принял, ты не, на нем только не фокусируйся. Чекай горизонт. Foxtrot and Sierra, be advised, the air reconnaissance spotted enemy Bradley approaching V-bar from the north, out. Foxtrot, copy that. We've been taking some fire, we're awaiting their advance and then we'll move up. Тут U-distance автоматом ставится, я просто не нашел way settings. Charlie from Foxtrot, status is good. We're seeing some fire, but no one is hurt. Over. Foxtrot, how long do you take your position on objective one? Over. Foxtrot, copy that. Over now. Был выстрел. Блин, перестрелка. Charlie, this is Romeo 3. Charlie, to Romeo 3, over. This is Romeo 3, we spotted some Bradleys east of our current location. We moved slightly. Так, на 50, тепловой контакт, одиночный. О, подножье холмника. Это вдали от нашего Objective 2 был. Не там, где ты подбил. Двое, даже двое там. Лазер не вижу. Там такая вышка сейчас стоит. Вышка наблюдательная. Там два контакта. Пехота, по-моему, и там. Там? Observed any activity on the map, ну, using техника. Blue markers. Не вижу, Charlie out. Ну как бы у подножья холма. Тепловой контакт. Там у подножья. Да, я вижу около 40 градусов. Около вышки один, а второй подножье холма на 40. Ага, принял. Мне показалась эта техника. Romeo 3 for Charlie. Гринвилл, ой. Charlie responding, Romeo. Это ты говорил сейчас про... This is Romeo 3. The enemy recon is moving towards AT-1 position. Так, еще раз повтори, пожалуйста, свое сообщение. Okay. Принял. Copy that, Romeo. Thank you. Charlie, Romeo 1. Spot rep. Over. Report, Romeo 1. Charlie, Romeo 1, spot rep as follows.
Visual sighting. CDF T-72, grid 030, Niner 27, marked on map. Over. I do not see your marker, Romeo 1. Check the channel. It should be blue. Side channel. Out. Charlie, this is Sierra. Over. Charlie responding. We got one lost. Now we are trying to get red 2. Принял отлично. Он на 45 уже прячется от тебя. Ты, правее, правее, бери, правее. Он на вершине холма. Еще правее. Правее, убежать, бежит вниз. Enemy contact near Postoshka must be in front. 47 примерно сейчас он. Сидит на середине склона. Поджезма. Charlie, this is Romeo. Yes. Вижу. Ну, он уже проехал, убежал вниз. За, по-моему, за склон. Romeo 3 for Charlie, over. О, смотри, пока. Не фокусируйся так на. И держись от меня, как бы, на это самое, чтобы я тебя не задавил. Charlie responding. Out. Over. This is Romeo 3. We have eyes on enemy tank. 272 from our position. 136 meters. Mark on the map. Вот где сейчас я нахожусь, ясно виден танк живой. А, как же его? Romeo 3, observe it, if it moves close to... Sierra position report out. На севере пустошки был отмечен этот самый танк. Ну вот только что какой-то взорвался там. Ага, понял. А это на самом деле техник, который на 40 у подножия стоит до сих пор там. Excellent, Strut, hold on to it. Over. Couldn't read, repeat, over. Да, по-моему, СПГ. I repeat, Foxtrot, do you have any losses, combat losses? Over. Negative command. Повтори. На 40, помнишь, я говорил, у подножия того холма, где ты... Так, ну, пехота, там стоит до сих пор. Там у подножия за ёлкой. Принял 40, залезем. Romeo 3, for Charlie, over. Hold on, Romeo. Тебя на 44 примерно. 44. А вот маленький камень, который левее большого камня. Относительно него где СПГ? Понял. Блин, я не взял бинокль, в этой херне не видно камней. Окей, а сейчас буду стрелять. Скажешь. Давай, я наведу. Нет, сильно левее подножие. Вот уже лучше почти... Да, только перелет. Почти в него валил. Romeo 3, or Charlie. Недолет. Go ahead, Romeo 3. Ориентируйся на елку. Вот, да, примерно там. Red 4, they are on the spot. Чуть левее. Вот, отлично. Repeat, Red 4, 1. Ага, да, я видел вспышку. Over. Yes, that's correct. Enemy tanks at our Red 4, 1 position. Не сгорел еще? Нет, вроде. Alright, Foxtrot, do you... Oh, sorry, it's... Принял. Right. По-моему, в ёлку садишь. Red Object 2, Red Object 2. Alright, do they move in from the north, over? Нет, сейчас ты правее берёшь. Левее от ёлки он. It's a reversing back to... the Cabana. Ладно, там все равно никого нет. Подожди, Charlie, не знаю, горит или нет. Wait here.
принял. Разведка, вы сейчас говорили? Принял, принял. Go ahead, here. Charlie for Sierra, over. Так, что у нас по карте? Мы держим, значит, Red Objective 1. Надо их постоянно, я думаю, будет сгонять с этого, с лесника, потому что им необходимо занимать эту позицию, чтобы дальше атаковать. Так что посмотрим на нее периодически. Лесняк. Ну это вот это вот самое, куда мы все, все это время стреляли. Ну, на карте посмотри. Charlie, this is Sierra, over. Yeah, go ahead, Sierra. This is Sierra, we got heavy contact on Red 2. We destroyed two enemy tanks and where whole platoon was destroyed. Enemy tanks destroyed around 5, over. Copy that, I'll try to send reinforcements. Fight for this position, out. Принял. Так, на 70 сейчас, если чё, уже нет своих. Не нашел я вересняк что-то. Что это? Ну, enemy infantry, видишь отметка? Вересник. К северо-востоку от нашей позиции. Да, отлично, прямо на название налепил. Ладно. Charlie to Sierra, Charlie to Sierra, I'm sending the Tango platoon to reinforce you from the general area of Blue 4 Objective 2. How copy, over? This is Sierra, I understand we are just all respawned on our way to go south of Blue 2 and attack from there again, Red 2. Over. Excellent. Try to reform your combat formation before attacking. Charlie out. Please repeat. Over. Try to reassemble your combat formation before going to Blue 4 Objective 2 so you can meet the enemy head on and fully prepared. Out. Romeo 2 to Charlie. Romeo 2 to Charlie, over. Responding, Romeo 2. RV to support Tango platoon. Negative, that's negative, Romeo 2. You are to remain on your position and continue observation. Roger, roger. Так, наш танк уже укатывает сейчас на другую точку, мы туда одни пока остаемся. Charlie to Sierra and этой штуке как-то можно, после того, как ты включил лазер, отключить его. Обычно Zabor, that's to the east of your operational area, so the enemy might be attempting a flanking maneuver. Charlie out. Так, ты относительно бэки сейчас где находишься? Ну, на 2 часа, ой, на 10 часов примерно, 50 метров. Ну, в общем, да, смотри, смотри, смотри. Сейчас у нас такая небольшая дыра в направлении на северо-запад. С района пустошки, правда, вряд ли кто подъедет. Да. У меня там обзор закрыт холмом. Ну, там у нас дальше налево пацаны еще сидят.
Так что, наверное, продолжаем смотреть так же. Charlie to Foster, priority. Hotel reports that you have an enemy tank directed to your east. I repeat. Вертушка, Foxtrot, как их отличать вообще? To your east, out. Что, я не знаю. Не обращай внимания. Charlie for Sierra, over. Sierra, hold on. Так, что-то едет на 90 километре, примерно одиночный танк. На 90 наши. Проверка карты, там наш третий взвод. Charlie responding to Sierra, over. This is Sierra, is Recon 3, do they see anything in the north east from Red 2? Примерно там же, где он пропал в тот раз. Be advised, they have observed enemy contacts to north east. Так, это сколько, 44, 45? От меня на 50. To that position, to the north of Sarissa board. Маленький. I've tried to get additional information now. Charlie to Romeo 3, over. This is Romeo 3, over. Do you observe any enemy movement to the north, northeast and east of Red 4 objective 2, over. Negative, we see enemy movement near 18 on the east side of us, over. Copy that, Romeo. Sierra, be advised, apparently so far the enemy activity is to the east of your objective, out. This is Sierra, I understood. Second platoon is near blue object 2. I will go east with my platoon on the head of Sarizobra and attack the north of it. Negative, Sierra, do not engage the enemy unless it directly threatens you. Try to proceed to Red 4 objective 2 as soon as possible. We have to reestablish that line. The Tango will secure Red 4 objective 2 and support you from the south. How copy, over. This is rare. Understood. I attack red 2. Синий левого взял. Я просто. Он скрылся уже. Я принял. По деревьям подальше. Семьдесят пять. Charlie from Foxtrot, over. Так, наши 75. Go ahead, Foxtrot. Over. From Foxtrot, just a sit rep. We engaged enemy platoon, knocked one tank out, still two tanks left, and still have our all three tanks remaining. Over. Excellent, Foxtrot. Foxtrot, do you have any information where the remains of the enemy platoon have moved? Over. Это красная цепочка тоже? Да. Наш танк дерзко едет на 67 какой-то. Это 3-1. Charity Foxtrot, if possible, maintain at least two tanks in the vicinity, in the border of the red objective 1. If at all possible, over. From Foxtrot to Charlie, we're gonna regroup. We lost one tank now, but we're gonna regroup and get it back, don't worry. Over. All right, thank you. Charlie out.
Charlie, this is Sierra. We lost two tanks. We're occupied east from Blue 2. We lost all three tanks. So the enemy is now... Sierra and Tango, be advised. Apparently the enemy is in the vicinity of Hill 355 to the north of Star Sabor. Charlie out. Опа, на 340 черный дым, метров 400 от нас. 340. За заправкой. Так, там... Там наш первый взвод. Их там распидорасило. В основном. Romeo 3 for Charlie, over. Romeo 3, standby. Хорошо, не оставляй. Контакт танк на 7.65. Прикол метров, километра 2. Go ahead, Romeo. Полтора. We see enemy tanks moving to... Red objective number 2 again, so just так, south of Cabanio, наш... over. Уже 60. Капизет 2. Ромео 3, out. Стоп, он в нашу сторону движется. Да. Окей, сейчас буду отколоть. Я не понял, куда... А, есть попадание. Нет, движется, еще движется. Непонятно. Дернулся и уже не движется. North-east from our position. Romeo 2, if you're confident that you can take him out, use your BMP. Charlie out. Romeo 2, can you mark the enemy tank? Over. This is Romeo 2, this is a tank from 3rd platoon, I think. Снова поехали по Romeo 2, they should be on blue for objective to maintain vigilance out. Это наш танк, это наш танк, тот, которым я стрелял. Здесь, я надеюсь, никого там не убил. Лазер, отличия не видны, что там. Вот, понятно. Ну, это я должен был посмотреть, что это самое. По азимуту, это как раз триади. Посмотри, в пустошке нет никого. Нигде никого нет. Это там.
Вази, кстати, остывать начинает, тихонько теряется. Понятно. Брэдли вроде отметка уничтожили. Charlie from Foxtrot update. We got two tanks knocked out and we're gonna take us some time to get back on the objective. Over. Roger to that, Foxtrot. Hold on. As best as you can. You can get road to the south. So far, I'm sending the company Vigilant tank to support you. Блин, на 40 который. Я понял. Скорее всего, они все-таки ошиблись. Это не Брэдли, а СПД. Или, может быть, они просто поставили маркер не туда. Так, первый платун весь уничтожили, который был на северо-западе. Поэтому там теперь может быть контакт. Ну, они в любом случае через АТ-2 должны будут пройти. Charlie to Romeo 1, coming over. Go for Romeo 1, Charlie, over. Apparently the enemy is breaking through at Red 4-1 to your north. Maintain visual contact and report if enemy passes through in the direction of Myshkina, and if you can do that, you can use your BMP to strike in their rear or flanks. Over. Вас понял, понял. Contact report. Bradley and T-72 in Lopatino. T-72 northwest of Red 4 Objective 1. Over. Roger that, Romeo 1. I'll keep that in mind. Charlie out. Так, Лопатина, Брэдли и Т-72. Charlie from Foxtrot, over. Foxtrot, this is Charlie, proceed. Charlie from Foxtrot, over. Так, наш танк стрелял, ну 60 который. Не вижу. А, скорее он куда-то стрелял налево, по-моему, в сторону мышки, то есть это... Полностью все скрывает. Понял. Charlie to Foxtrot, come in, over. Foxtrot here, over. Foxtrot, I have sent my wingman tank to your red objective 1. What's your ETA, over? From Foxtrot to Charlie, our status is that we got all our tanks knocked out and we are currently moving out from the base to regain the position at blue 4. Yeah, and Foxtrot, what's your ETA to red 4 or at least to Myshkina, over? Sorry, Charlie, please repeat. На 10. 10 контакт с главой в мышке. Ну, внизу там далеко. Так, 10, 10, 10. Charlie out. Принял. Copy that, over and out. Где сейчас? Прямо перед тобой 50 метров.
Ага, понял. Так. Вот дым такой поднимается, и за дымом он. Ага, понял. Сейчас я надо чуть вперед проехать. Сейчас я уже не наблюдаю его. Дым. Вот, появляется снова там же, уже ближе чуть мелькнул. Был на 15. Брэдли, Брэдли, вижу Брэдли. Бля, вслепую веду. Где-то там... Не попал, нет, не попал. Живой уезжает. А, еще один контакт оттуда же идет. Сейчас на 350... Нет, блин, вру. На 10, танк уже. Танк, вижу танк. This is Romeo 2, we have enemy Bradley and T-72 to south from Пустошка. Copy that, Romeo 2, mark them. Маркет. Так, так, ты сейчас видишь их? Romeo, this is... Ну, смутно там. Sorry, маленькие Charlie, точки. Romeo 3, over. А, где? Брэдли на 15, примерно, а там потерял. Ну, последний раз был на 12, чуть дальше Брэдли. Так, east, надо опять... Just a few hundred meters east of Red 4, objective 2, over. Copy that, Romeo. Hide in there. Do not... Don't risk yourself. Oh. Charlie to Foxtrot. Disregard. Charlie to Sierra. What's your status? Over. This is Sierra. We are southwest of Starry Zobor, nearly 1 kilometer, and just trying так, to engage Red 2 from катается. The southeast. А нет, они оба на 15. Один чуть ближе, другой метр. Copy that, Recon 3, Romeo 3 reports almost their position. There is an enemy T-72. And as soon as possible, try to re-establish Red 4-2 out. This is Sierra, positive, but we can't take Red Object 2 without securing the east of it. Over. Copy that, as soon as you secure it, proceed to establish the zone out. Сейчас я на погиб, конечно. Charlie to Foxtrot, priority message. There is possible enemy contacts to the north of Sosnovka. They are moving in from the north. How copy, over. Charlie from Foxtrot. We suggest holding at the pass Sosnovia, the which I marked on the map. To counter their assault and then advance to Red 4 objective 1. Over. All right, proceed to the pass for now. I'm updating with other units. Over. No. Copy that. Over. Oh. Nice. Попал. Нет. Нет, двигайся, двигайся. Ага, принял, принял. Право поехал. Вот второй, он чуть-чуть ближе, чем как бы где был, когда стрелял по нему, второй. Чуть-чуть ближе принял, так, это танк был, значит, Брэдли ближе. Блять, Брэдли не вижу, танк уходит в пустошку куда-то, вижу, как деревья за ним валятся. Брэдли сейчас от тебя на 10, ну я тоже почти еле-еле вижу. 10, принял... Charlie to Foxtrot, Alpha does not observe enemy movement to the south of its position for now, so try to move according to the green route towards Red 4-1. Charlie out. Так, танк не видно в пустошке сейчас? Нет. Так, Брэдли все еще стоит, да?
Да, по-моему, стоит там же где-то на... У меня на 12 она. Деревне. Так, надо попробовать их спугнуть. А вот, похоже, танк тоже. Где? На 15, но вот далеко там. Да, деревья падает, танк. Дальше ее вот. 15. Я даже не вижу, чтобы там падали деревья. Так, Брэдли вправо поехал. Сейчас она от меня на 20. Нет, подожди. Вот. 20 бежит пехотинец, это не Брэдли, а вот танк там мелькает, он далеко, 15 мелькает. Появляюсь, ты исчезаю. Вот он, короче, на 15 скрылся с деревьями, там стоит. Пехотинец на 20 бегает по дому. Бежал в дом, по-моему. Да, в дверях торчит. Очень далеко. А так, Брэдли ты не видишь? Нет. Окей. Так, дом на 20, да? Да. Ровно 20. И в дверях. Блин, я от себя говорю. От тебя, черт, может 22 и 18. Самый правый дом, там их как бы... Да, да. Самый правый, да, принял. Вижу, даже куда ты стреляешь. Ой, блин, слишком далеко. Нет, ближе ряд домов. Принял, вижу. This is Sierra, over. Да, но он уже выбежал правее. Правее он у стены. Правой стены сидит. This is Sierra negative. We are not engaged. We are just scanning the complete north and northeast from red object 2 and Starry. We can't see anything. We'll engage soon. Over. Я уже не вижу. Больше не вижу его. Так, смени позицию. А, вижу, бежит, убегает вправо от дома этого. Принял. Возьму чуть левее. О, пропал в лесу. И... Так, давай смотри сейчас. Танк стоит по-прежнему на 15. Да. 15. Опа, еще что и один танк. Не, наверное, то же самое, на 20 съедет. This is Foxtrot 2 Romeo 2. Possible T-72 in the forest, you're moving. We are a bit confused over the situation. Over. Там, короче, на 20 есть... Ну, разрозненные дома на поступке, там такой большой массив такой, плотно стоящий домов. Если видишь. Так, повтори. Right, Foxtrot, disregard the T-72 if you can. Домишки отдельные на краю, а есть в центре такой плотный массив домов. Wingman, my wingman is currently clearing out the area. На 20, прямо около этого массива он и стоит. Red 4-1. Best possible speed. Дорогу видишь? Foxtrot, copy, over now. С нашей стороны заход Charlie to да. Относись на дороге, он слева, справа. Charlie, send, over. Did you detect any enemy movement to the south by your position in the direction of Myshkina? Over. Romeo,
Charlie, я Romeo знаю, 1, не no contacts, не. Vicinity Мишкино, over. Roger that, Charlie out. Сейчас я буду сейчас спросить. Слушай, пройди от меня чуть-чуть налево. The way is clear for now. Out. Мне говорили, что тут что-то вроде какое-то движение от нас слева. Пройди налево метров. 30-40. Смотри так же, как бы туда, куда смотрел, просто слушай еще вдруг на нас кто-то поедет. Тридцать сорок прошел. Ага, ну вот, смотри. Вот метка танк от нас к западу. Пройди до нее и проверь. У тебя РПГ с собой? Да. Давай проверь. This is Charlie. I repeat, I did not get that over. Пройди вот на запад до дороги, пока у нее не придешь. Если никого не увидишь, значит это самое. Значит там никого нет. Так, вижу вражеский танк. Отлично, отлично. This is Romeo 2, we destroyed 1 T-72 in пустошка. Charlie to all, I have established the resupply point, sector 049-916. Charlie out. Charlie, this is Sierra, over. Ну, ничего. Ты еще не дошел до дороги? Должен был, по идее. Нет. This is Sierra, lead tank of 2nd platoon lost his... 30 метров? Гана. А, ну так... Yeah, roger that. If possible, airlift near Rogovo. He must to walk up the rest of the way, or blue 2. Приняли вас. Не знаю. Дорогу уже вижу, метров 100 до нее еще. Танка не... Окей, давай тогда возвращайся на позицию, смотрим дальше, как смотреть. This is Charlie, go ahead. Whoever was sending right now, I didn't receive that, over. Charlie to Foxtrot, be advised, our wingman is to northeast of you. What's your status? Over.
Foxtrot 2 Charlie, we're currently in position. We haven't seen any contact or taken any fire, over. All right, establish defensive position. Once again, our windman is to your northeast. Copy that, or not. Подходи сейчас опять к выхе и смотри. Танк я сжег, осталось еще пехота, значит, тут и Брэдли, если еще он живой катается. Somebody please check your mic. Так, какой-то слабый очень контакт на 35. Так. Это на вереснике, да? Да. Вот он, наверное. Ща. Блять. Там потерял ее. А, нет, вот он. Так, 35, 35. На холме где он? Сверху, снизу, подножие. А, подожди, там холма-то нету. А 35. А, 30, по-моему. 35. Там такие ряд кустов. Там желтое такое поле. За ним просто поле и ряд кустов. Вот в этих кустах. Так, желтое поле, за ним ряд кустов. Так? За ним просто поле, еще зеленое. А потом же ряд кустов. За ним принял, сейчас поработаю, посмотрю. Стреляю. Видел? Не вижу. Нет. 35 ровно стреляю. Я не вижу. Ты без степлайзера смотри. Давай, ты слишком право ложишь. Левее бери. Так, левее, окей. Правее чуть. Чуть правее. Чуть левее. Да, отлично. Убил? Charlie, нет, он у меня ползает еще. Ползает лево. Ага, да-да, я тут вижу движение. This is Hera. Накрываешь, да, накрываешь. Но он все равно ползает лево. Левее. Вот, вот. Вот, да-да. Да что это такое? From Red 2. Вот он сейчас лежит там, да-да. Он сейчас прямо в него упал. Вроде как лежит. Отлично. Продолжаем наблюдение. Да, хера себе, живой. Да, там же. Перевязывается. Так, я уже забыл где-то. Здесь? 32. Здесь? Нет, левее, левее. Левее чуть-чуть совсем. Упал. Чуть-чуть левее. Да, да, вот. Да, я вижу. Кажется, готов, его откинуло так резко. Ну там несколько просто прямых попаданий вообще было, по-моему. По-моему, нет. Это такое мелькает в кустах, я уже не вижу, но вот. Очень не знаю. Fucking shitting me. Я пока ничего не вижу там. Ладно, пару раз мелькнул. Забей, смотрим дальше. Ты переместись, я вправо чуть-чуть ушел. Переместись ко мне, чтобы Альмут быстрее находись.
Так, живой ползет. 20, 30 ровно, 30 ровно. 30 ровно, блин. Что-то дым какой-то странный. Я потерял его снова, он уполз за кусты. Мы сейчас пострелим на 30. Блять, у нас уже эти кончаются, хаешки. Буду экономить. Charlie to Recon 2, Romeo 2, over. Romeo 2, on call. Any contacts in vicinity of Pustoshka, over. We have a sporadic enemy infantry contacts to southeast. We destroyed a couple of enemy scouts. Roger that. If necessary, use your BMP. And Charlie to all Romeos, I repeat, Charlie to all Romeos, do not forget to board your BMP at least once per half an hour. It will respawn after 30 minutes. Charlie out. У меня вышка, это пугает. Меня навожу постоянно, кажется, что это танк. Ты что, не хочешь поменяться ролями? Так ты все равно. Ну, смотри. Foxtrot 2 Company Wingman, we have marked an enemy tank on the map. Over. I already relay that Foxtrot. Proceed with defense. Out. Ну 65 наш танк, на всякий случай. Charlie, Romeo 1, spot rep, over. Go ahead, Romeo 1. Charlie, this is Romeo. Have detected CDF anti-tank element, vicinity, Lopatino, southwest, marked on map, over. Excellent, Romeo 1, out. Charlie to Foxtrot, be advised, there is an enemy AT team to your north-northwest. It's marked on the map. Charlie out. Copy that, Charlie. Thanks for the update. Over. Charlie, this is Sierra. Over. We got engaged by a complete platoon, we killed one, lost nothing. One is east of our position and one is north. That means one is north of Starry, one is north of Object 2. А, повтори, повтори. А, Blue 2 тоже наш, на 75? Да. Ну, посмотри пока, там 3 танка, даже 4 танка. This is, ты говоришь, что там нет больше наших. Ну, так это самое... This is here negative. We were engaged, we're falling back and need to reinforce our third tank, then we try to engage. Over.
Отойди чуть-чуть, я назад обгонил Баху, очень больно стоит. А, контакт. Где? 330 на вершине в лесу. Ну, может наши тоже. Так, 330. Наверное, не увидишь. А, наш. Пехота, да? Пехота. Не видно, там буквально краешек. Это полы. Наши. Hold, 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 we are engaging. Okay, Charlie, this is Sierra. I have time now. А посмотри, такое дерево на 43. Чуть-чуть левее вересника. Одиночное дерево стоит. Что-то то ли камень, то ли This is Sierra, I can't see. Oh, okay, TP2 hold. Okay, I can see it. But our position in the moment is just engaged. We killed three tanks, we holding position. Пацаны из второго этого взвода что-то страшная история рассказывают. Отбивают там танковые орды вообще. 40, ничего нету. 43, не знаю. Ну, окей. Вообще в этом секторе да. Ничего нет. Интересно, тот танк, который я подбил, был свой или не свой? Пустошки. Кто там на видео посмотрел? Кто-то мне кричат, сука, крыса, меня снял. Нет, но они не кричали. Friendly fire. Они не кричали и тогда, когда я зарядил по тому танку, который был на дороге, который остался живой после этого. Наверное, не поняли, что это самое. Он до сих пор же стоит, что он там стоит? Нет, это уже другой. Смотрит северо-запад. Romeo 2, be advised. There is an enemy tank at the alpha position to your northwest. How copy over? This is Romeo 2. I'm copy. Так, If you can engage without changing your position, you are allowed to use your BMP. Charlie out. Т-72, где ты вот замечал движение? На 330. Ну. Т-72 проверь по карте. Выйди туда, посмотри, если есть, выведи меня на него. Так, так, ну, по-моему, мне вообще казалось, что это была техника, а не пехота, как ты говорил. Там такая длинная была горизонтальная линия. Так, а где ты находишься? Перед тобой 50 метров. Ага, значит, ты отсюда видишь его, да? Нет, уже не вижу. А в прицел РПГ его видно? Я же говорю, что я тогда назвал, а потом мы сменили позицию, и с тех пор я уже не наблюдаю его. Я там стоял ближе к вершине того холмика. Принял, сейчас. В лесу.
Так, сейчас осторожнее, я к тебе подъеду. Ну, говорю, осторожно, отойди. Котик. Ну, блин. Я ну, же не думал, влево, что ты на меня наедешь. Влево сделай 5 шагов. Ты куда-то упер в поле вообще, я вижу сейчас. Да ладно. Ну, едешь БМПшка в поле. Дороги подъезжают уже. Не могу. Лаг, что ли? Да, это лаг, скорее всего. Так, сейчас я на 30-30 сам туда еду. Там так и стоит в поле. 300, азимут на врага 330, да? Ну, со старой позиции, где его называло. Я понял, да. Так, это вот ближний лес или дальний лес? Который около заправки или который за заправкой? А от заправки через дорогу холм такой, да, на северо-запад, вот на вершине этого холма в лесу. Ага, понял. Бля, спалил, конечно, пиздец. А, у меня красный уже десинг. ПП-шка до сих пор в поле стоит. У меня тоже десинг. All channels, this is admin. Halt your movement. Halt your movement. Let's fix this chain problem. So do not move. Stay where you are until the lag is gone. Stay where you are, admin. Out. Мы будем стоять. Это Charlie to commanders. Я что-то вижу непонятное совершенно. Until admin clears out to proceed again. На 100 примерно. На 100. А, кролик долбанный. Оп, this is admin, it seems to work again. Okay, let's continue. Alright, cheer to everyone. You are clear to move again. Out. Окей, слушай, давай знаешь, как сделаем. У тебя какие выстрелы, как бы? Аккумулятивные два штуки. Нет, я понял, какие именно. Сейчас. 7 в... ПГ 7 в... И что здесь надо? Я думаю, может тебя послать туда. Ладно, сейчас еще раз попробую его. Так. Сейчас еще раз попробую выехать. На 330. Я отсюда ничего не вижу. В смысле, ты уже его не видишь сейчас? Я же говорю, что видел на старой нашей позиции, где назвал азимут. Мы мерили позицию, я больше его не вижу. А, понял. Он, там буквально полоска была на вершине холма в деревьях, маленькая. Или, не знаю, может, не все слышно меня, я поставил-то повыше порог, чтобы не стукать в эфир. Видимо, да, не слышал. Так, ну давай попробуй в самом деле. Пройди. Ну это же было сколько? Минут 10 назад. Думаешь, он там еще? Новая отметка Т-72 на карте. Ну да, вот. Где-то там он был. Ну отсюда. Вот новую отметку мы отсюда уже не можем видеть никак. Ну что? Нет. Foxtrot here, over. Здесь. Смог
Блять, я сейчас вообще деревья не оставлю. Copy that, over and on. From Foxtrot to Charlie, our Alpha tank is moving to the objective, and we hope to see you there. Over. Roger that. Ну, вряд ли. Они его, конечно, держат постоянно. Хотя хуй знает, конечно. Ладно, давай все-таки попробуем. Ставь мне имит 2, скинь его в бэху, а сам сбегай вот на северо-запад. До точки 13.50. Foxrot, relay to your main tank that there is apparently an enemy tank in the west, to the west of Red 4-1. It's marked. Charlie out. Charlie, Romeo 1, coming over. Foxtrot copied. Over. Куда ты скинул? Не знаю куда. Все взял. Charlie to Romeo 1, out. Over. Charlie, go for Romeo 1, over. Be advised, we are engaged at Red 4-1. The enemy possibly might be moving to south by your position, so maintain vigilance. Charlie out. В общем, уходи на 367, если там танки есть, ты их должен услышать по-любому. Движок слышу. Тоже налазит. А Т3 сейчас мимо тебя проезжает. From Foxtrot to all, we think we have a blue on blue situation or red on red, so watch out. Over. Т-72 иммобилизированный, ну, отметка.
Вообще можно было давно. Ромео 2, это Чарли 3, прием. Ребята, доложили нам, что могут быть контакты, могли обойти нас с юга нашей позиции. Будьте внимательны, как понял, прием. Нету конкретной информации. Сказал главком, что есть вероятность, что нас обошли и могут сейчас нам в тыл с юга зайти. Charlie to Foxtrot, Romeo 1, and now we believe that the enemy is trying to break through to Myshkina from the northeast through the forest and hills. So be advised, Alpha has taken out enemy tank at grid 021926. Foxtrot, what's your ETA to Red 41? Over. Ты дорогу уже прошел? А, как бы что-то еще. Уже вхожу в зеленый. Charlie, this is Romeo 3, over. Charlie, listen, go ahead. This is Romeo 3. We have eyes on two enemy tanks, static. This might be company commander and wingman. They're just northeast of Stary Sabor. Mark on the map. Over. Repeat. Do you have the marker or are you putting it over? No, there's the marker on the map. There's near Stary Sabor. T-72 near the Red Barn. There's two tanks, so we believe it's the company commander of Blue 4. Over. Roger that. Romeo 3, continue surveillance. Charlie to Recon 2, Romeo 2, be advised, we are moving closer to your position, we will reinforce that position, over. Romeo 2, copy. Где ты сейчас, Костик? Здравствуйте, Кершине. Charlie, it's Romeo 3, over. Charlie, listen. Okay, there's four enemy tanks at the latest position. They are moving in battle formation south, I repeat. At least four tanks moving south of the previous location. That's very support. Over. Движок слышал. А это наш этот самый company commander подъезжает. Romeo 3 for Charlie. Three tanks have taken out. There's still one alive. Over. Romeo 3, did you take out three tanks? Over. Negative. Somebody must have taken that. Over. Alright, the third platoon destroyed two enemy tanks from Starvis of War moving to the west. This is Sierra. All three tanks down. We took the third one, that was a complete platoon killed.
Excellent, excellent. Keep on holding to the positions. Charlie to Foxtrot, This is Foxtrot. We currently got two tanks approaching the Red 4 Objective 1 and one tank that just left the base, and we're currently going up for another assault on target 4. Excellent. Proceed. Ну, у меня нет этого самого GPS. А. Ну, ты вот как бы на самую макушку вышел? Так, подожди. Нет, я это еще не нашел. Я где-то сейчас на вершине 367. Ну вот, от самой макушки, от 367 на северо-запад, ровно на северо-запад, метров 300 до опушки. Реально остывает. Я сейчас смотрю тот танк, который стоял на дороге, про который ты говорил. Он уже практически не... Он все это время там стоит, он уже практически не светится. Так чуть-чуть совсем. Как камень какой-нибудь. Или вышка. А нет, в черном, в негативном режиме довольно заметный. Какую-то пушку вижу. Там одна небольшая пушка, другая большая такая. Ну, собственно, карта у тебя есть. Должен разобраться. Что-то мы выигрываем, короче, эту миссию вообще в говно. Они даже ни разу не дошли ни до одного объектива. This is Sierra. Over. This is Sierra. Roger that. We got engaged from 335 and lost one tank. We will reestablish Red 2 with lead tank. Регон 3-2, что у вас? П-8.
Понял. А вы можете выдвинуться ближе к Blue 4 Objective 2, чтобы вот этот лес контролировать? Мы только что там уничтожили три противотанковых стрелка. Roger that, Romeo 1. If necessary, you can withdraw to south or wherever you think best. Charlie to Foxtrot, be advised. There is enemy tank platoon moving in from Red 4. Over. This is Foxtrot. We also saw an AT team or recon team in the area. Похоже, я вышел на поле. We got knocked out personally, and we still have one tank up, and the other one approaching. Танка. Было бы неплохо вот этот лес, потому что у нас вообще никого нет, они с запада и с востока обходят нас. Да, определенный дано. И заходят сзади. Давай возвращайся назад тогда. Да вот там впереди дым, пыль поднимается, там явно что едет. Ну проверь по карте, там свои наверняка катают. Charlie to Romeo 2, be advised we have moved, we have changed our position to the southeast of yours, out. Copy that. Установил точку рекон 2, вот этот лес оттуда не приблизительно пруд постоянно на автол. Romeo 2, do you still have your BMP with you? Over. This is Romeo 2, yes, we do. Up to your discretion, you can try and move farther to the north, to the area of Pustoshka or Veresnik, if you think that will be, you have better observation and firing solutions. But up to you. Charlie out. Roger. Так, давай это самое. Скажи, this когда, Foxtrot, reporting скажи, back когда in дойдешь до дороги, я подъеду, тебя захвачу, мы выйдем на... Roger, Foxtrot, repeat, try to hold on to the south of Red 4-1 and at least prevent the enemy from reaching Myshkina. Out. Copy that, Charlie, over and out. Charlie to Romeo 2, if you are going to move, update your marker on the new position. Out. Romeo 2, copy that. Charlie to Romeo 2, coming over. Romeo 2, go ahead. Are you moving to the green marker, recon 2, to the southeast of Blue 2, over? No, it was marker where Tango platoons asked for our help. We are moving to Veresnik. Alright, excellent. Try to reinforce the western flank of second of Sierra and mark your position where you are deployed. Charlie out. Так, я на перекрестке тебя жду. Я подхожу к заправке. Метров 100 еще. Принял, сейчас это только проверю.
Я тебя вижу, можешь стороны. Будем сетным. Так, давай на северо-восток. Северо-восток держи. Charlie, Charlie. Charlie here, come in. Disregard that, sorry. Foxtrot out. Как ты высовывался из неё? Что не получается? Ну, я один сидел, может, в этом не было сделать. Так, юго-восток держи. Далеко уехали, юго-восток. Теперь восток. Charlie, we reckon to there is a remains of enemy tank platoon directly to your north northeast. Выходи. Be very careful. Выходи. Выходи и смотри на север. Там лазер нету. Отдай его. Лазер ты скинул? Charlie, to Romeo, to Roger. Сейчас, погоди, сейчас. Sierra, Charlie, this is Sierra. Скинул. На север? Продвигайся на восток. На восток продвигайся до Вересника. Ну, в общем, ты видишь, там дымы, там вроде танковый платун был. Их покоцали, я так понимаю. Неизвестно всех. Вижу пехоту одиночного на 80. Вот основание. Этого самого вересника поднимается выше. Hold engaged. Живой убегает. Или упал, или лежит. РП на 80. Нет, левее. Примерно так, чуть ниже, может. Да, вот как-то так. Не пойму, там он... Краешек линеется, не понять. Чего это нет. Неподвижный, а нет, пропал. Окей. Давай продвигайся дальше. Аккуратно. Каждый метров 10 останавливайся и смотри. Чисто? Ну пока да было. Сейчас добегу до кустов, посмотрю снова. Ладно, сейчас я на полной скорости. Надеюсь, не убью.
Так, на вереснике, еще ниже. Ты как зайдешь, заходи на макушку и начинаешь держать. Не, загрузка, секунду. Контакт тепловой на 30, на 27 даже. Похоже на технику. Charlie, what's your status, over? Окей, сейчас. Так, я уже под вышкой. Ну, оттуда... Наверное, 20 или 15 будет. Charlie, this is Romeo 1. I can relay for Foxtrot, if you'd like, over. Я have two tanks with me from Foxtrot. I have Foxtrot Bravo, Foxtrot Charlie with me now. От меня, короче, Alpha is in the woods screening the objective, over. Нет, я в поле. Ну, relay to them to try to reestablish the first red one. If I don't respond, out. This is Foxtrot 1 to Charlie. I read you. Do you read me? Over. That's affirmative, Foxtrot. As I said, try to reestablish the first zone. Давайте на 130, там дым поднимается. Copy that. We're almost back at full strength, and we'll retake the first position here. Over. Blue 1, blue 1, blue 1. Ебать, они проскочили как. В общем, поднимись, посмотри, где эта Брэдли была, и скажи мне тогда, снова возьму. Вижу, вижу. Уничтожил. Charlie, this is Sierra, over. Go ahead, Sierra. If you need, you can use a third platoon from Blue 2 to attack Blue 1. Negative, company command will reestablish. So far we are fine. Over. Ты бегаешь? Okay. Да. В общем, выходи и смотри. Север, северо-восток. Северо-запад, в принципе, мне отсюда хорошо видно. Спуститься в самый низ. Ну, если нам спуститься, спустись, чё. От нас прямо на восток. Два танка наших, второго платуна, юго-восток, третий платун. Надо север, северо-восток, северо-запад смотреть.
Ого, что-то есть. Синис, кролик это. Ну ёпта. Disappoint. На самом деле, как точка обсервации, не так, чтобы очень хорошая. Очень много листов. Хотя, в принципе, не нормально. Что-то мы... О, господи. Опять сейчас. Буду муля кому-то. Вот теперь это контакт на 15 меня примерно на вершине танк. 15 принял, блять, принял. Charlie to Sierra and Tango, what's your situation? Do you have any enemy contact over? This is Sierra. We occupied Red 2 with two tanks in the north, just getting our third holding tank back to action, and no enemy contact over. All right. Hold on for now. Charlie out. Сука, ёбаные деревья. Пятнадцать. Ты рядом со мной прям, да? Да, ну если точнее, то от меня 17. А, не вижу. Он за деревьями. Ближняя деревья, видишь? Да. За ними такой холмик, он прямо на нем стоит. Понял. Слушай, прыгни ко мне на водилу. Опами. Ай. Стоп, я слышу. Слева. Ну чё? Слева, слева танк. Так, давай налево, налево, налево. This is Recon 2, enemy tank right at our position. Прямо в упор. Противник. Please готов. Repeat the last one. Уворачивай на того, на 15. Recon 2 destroyed one tank at our position. Сейчас подожди гляну. Там вываливался какой-то кондырь. Так, 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 я, кажется. Какой азимут? 15, ну 17. Блять, перезарядка. Я надеюсь, нас не видит. Я его в борт так четко вижу. Уходим, уходим, уходим. Вперед, вперед, вперед. Не снижай скорость. Вперед и налево уходим. Налево, налево. Так, блин, насколько налево, ты сказал бы? This is Romeo 2, we were destroyed by enemy tank from the north. Ну то и по карте. Roger that, Romeo 2. Какой карте? У тебя нет карты? Return to your position. Нет, ну я на ходу, что видите, открывать я буду. On your discretion. Боевой Charlie out. I'm engaging. Я боюсь, что мы не успеем даже доехать. Давай быстро в это самое. В эху. Так, так, так.
Так, где наш имбо? Блин. Я потерял. А вот. Так, это у нас сейчас вот по этой дороге. Очень долго конкурс продержается. Это был... Да ты где? В смысле? Я ищу, бегаю, бэк нашел. А, вот, нашел. Я нигде не вижу бэхи. Ну ты, говорю, по карте-то посмотри. Мы на танковом респе зареспаунились, а бэхи у нас на другом. Мы не там респаунились. Чуть дальше, восток. Еду вообще. Стой на дороге там делать. Ладно. Прыгай на гайнера. Ну жалко, что померли, было бы так круто без смерти это самое. Блять. Сколько тут всяких циферок. Переключайся на конкурс просто. Я не знаю, я нормально высунулся. Ой, блядь. У меня GPS работает вообще все. Он GPS работает, когда ты высунешься так. Или тебя он еще работает, когда внутри сидишь? Внутри. Внутри он работает, если как бы не смотреть в прибор. This is Sierra to anyone. Did someone from our recon teams or someone else mark the T-72 Cabanino? Over. Я снимал какие-нибудь блайнды. Танк за нами едет, но его нифига нет. Не опережаем. Чарли, we are retaking blue one. Any? I'm currently engaged. Proceed by business episodes. Out. Дум какой-то очень большой, его нельзя убавить. This is Foxtrot to Hotel. Do you see any tanks over the objective? Over. Кстати, охуенная фишка, которую, видимо, недавно сделали. Сейчас, когда ты в водителе включаешь карту, ты не останавливаешься. Нет, это как бы, по-моему, давно было уже. Ну, я такое уже видел раньше. Ну, я не делал с первого раз. Ничего не видел. Или нет? Сейчас что-то удалось наблюдать. Charlie, this is Sierra, over. Yeah, this is Sierra, we got engaged on red 2, lost one, only two tanks, and the last one is falling back to the east to Starry.
А ты не брал эту MX-2? Yes. Ладно, пусть давай дальше. В общем, смотри, сейчас... ну, мы как бы еще не скоро доедем. Смотри район этого вересника. Наверняка он будет там копошиться. Foxtrot to all. Good work, mate. Победа! Charito! Thank you, comrades. It was a glorious fight. Okay, well done, guys. This is Sierra. Good work, everyone. Especially thanks to Sir Platoon. Debriefing, all channels, debriefing and help desk. Glorious victory. Oh, я спать. А ты чё даже очки не посмотрел, сколько мы там набили? Обычно же командиру всё равно дают. Ну сколько мы там набили? Я не знаю, что все ещё пока не всплывающий чёрный текст происходит. Blue 4 10, Red 4 60. Просто какаху разнесли. Okay, all channels, please assemble in the help desk. All channels, assemble in the help desk for debriefing. We'll keep it short. Пойду. Glorious victory. Hello. Mick is on top. Interesting.